Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой узор. Это крупная сетка. Для образца набираем количество петель кратное 6. Отдельно кромочные не набираем. Узор вяжется отдельными перемычками из 6 петель. Затем 2 перемычки соединяем между собой и промежуточную петлю, ту, что мы добавим между перемычками, потом распускаем. И у нас получаются вот такие протяжки. Здесь у меня связано 2 рапорта. Приступаем к вязанию. Набираем на спицы количество петель кратное 6. Кромочные отдельно не набираем. И приступаем к вязанию. Нам нужно провязать 6 рядов лицевой гладью. Вяжем первый ряд. Кромочную петлю провязываем лицевой. И все последующие петли с левой спицы также вяжем лицевыми петлями. Итак, лицевыми петлями довязываем первый ряд до конца. Довязав первый ряд, вяжем второй ряд. Кромочную петлю провязываем лицевой, а все последующие петли с левой спицы будем провязывать изнаночными. Итак, изнаночными петлями довязываем второй ряд до конца. Третий ряд – это лицевая сторона, вяжем лицевыми петлями. Четвертый провязываем изнаночными. Пятый вяжем лицевыми. Шестой провязываем изнаночными. На лицевой стороне провязываем лицевыми петлями, на изнаночной стороне вяжем изнаночными петлями. Итак, лицевой гладью нам нужно провязать 6 рядов. Провязав 6 рядов лицевой гладью, дальше будем вязать первую перемычку. У нас сейчас лицевая сторона. Первую петлю снимаем. Далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Остальные петли ряда не вяжем. Работу переворачиваем на изнаночную сторону. И вяжем изнаночный ряд. Первую петлю снимаем. Рабочая нить перед петлей. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Последнюю петлю в изнаночных рядах вяжем изнаночной, в лицевых рядах провязываем лицевой. Разворачиваем вязание на лицевую сторону и вяжем третий ряд. Кромочную петлю снимаем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Работаем только 6 петлями, петли первой перемычки. Разворачиваем вязание, вяжем 4 ряд, кромочную петлю снимаем нить перед работой, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем на лицевую сторону. Вяжем 5 ряд. Всего нам нужно так провязать 10 рядов. Кромочную снимаем 5 лицевых. Разворачиваем на изнаночную сторону. Кромочную снимаем 5 изнаночных. Это 6 ряд. 7 лицевой ряд. Значит, провязываем его лицевыми петлями. 8 ряд – это изнаночная сторона. Кромочную снимаем нить перед работой. 5 изнаночных. Разворачиваем на лицевую сторону, провязываем 9 ряд, кромочную снимаем 5 лицевых. И последний 10 ряд. Кромочную петлю снимаем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем наше вязание на лицевую сторону. Провязав 10 рядов первой перемычки, дальше будем соединять первую и вторую перемычку между собой. У нас сейчас лицевая сторона. Кромочную петлю снимаем и провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем накид и провязываем 6 лицевых с левой спицы, с основного полотна. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Теперь будем работать только с этими петлями. Их у нас 13. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и начинаем считать ряды. Первый ряд это у нас изнаночный. Кромочную петлю снимаем нить перед работой. Все остальные петли с левой спицы провязываем изнаночными. Их у нас 12. 1, 2, 3, 4, 5. Накид провязываем изнаночной 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это первый ряд. Разворачиваем вязание, вяжем второй ряд. Второй ряд это лицевой. Кромочную снимаем, а все последующие петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Разворачиваем вязание, вяжем третий ряд. Кромочную петлю снимаем, а все последующие петли провязываем изнаночными. Всего нам нужно провязать 8 рядов в высоту. Разворачиваем вязание. Четвертый ряд это лицевой. Кромочную снимаем, а все последующие петли провязываем лицевыми. Изнаночная сторона, пятый ряд. Кромочную снимаем нить перед работой. 12 изнаночных. Лицевая сторона, шестой ряд. Кромочную снимаем. Последующие петли провязываем лицевыми. Разворачиваем, вяжем седьмой ряд, кромочную снимаем, 12 изнаночных. И последний восьмой ряд. Кромочную петлю снимаем, 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот мы провязали 8 рядов в высоту и закончили вязать на лицевом ряде. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Кромочную петлю снимаем и провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. А следующую петлю нам нужно распустить до основания. Эта петля, ту, что мы добавляли, там, где мы делали накид. Снимаем петлю с левой спицы и распускаем. Распускаем до основания, до начала. Распустив петельку, разворачиваем вязание на лицевую сторону и будем присоединять третью перемычку. Кромочную петлю снимаем, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 6 лицевых с левой спицы, с основного полотна провязываем 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем теперь только эти петли, разворачиваем вязание и начинаем отсчет рядов. Кромочную петлю снимаем и вяжем все петли изнаночными. Это первый ряд. 12 изнаночных петель. 3, 4, 5. Накид провязываем изнаночной 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Разворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Лицевая сторона. Кромочную снимаем, 12 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот мы довязали второй ряд. Разворачиваем вязание, вяжем третий ряд. Изнаночную сторону провязываем изнаночными петлями, а лицевую сторону вяжем лицевыми петлями. Нам нужно провязать на высоту 8 рядов. Это третий ряд. Разворачиваем на лицевую сторону. Провязываем четвертый ряд, кромочную снимаем, 12 лицевых петель. Разворачиваем на изнаночную сторону, вяжем пятый ряд. Разворачиваем на лицевую, провязываем шестой ряд, кромочную снимаем, 12 лицевых. Разворачиваем на изнаночную сторону, вяжем седьмой ряд, кромочную петельку снимаем, нить перед работой. 12 изнаночных петель. И последний, восьмой ряд. Он у нас будет лицевой. Кромочную петлю снимаем, 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили мы вязать на лицевом ряде. Разворачиваем вязание и вяжем следующий ряд. Кромочную петлю снимаем, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую петельку нам нужно распустить. Это накид. Снимаем его с левой спицы и распускаем. Распускаем до основания. Распустив петельку, разворачиваем вязание на лицевую сторону и будем присоединять четвертую перемычку. Кромочную петлю снимаем, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 6 лицевых с левой спицы, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание и вяжем первый ряд. Кромочную петлю снимаем, нить перед работой, а все последующие петли вяжем изнаночными. Это первый ряд. Накид провязываем изнаночной петлей и все последующие петли довязываем также изнаночными. Разворачиваем на лицевую сторону, лицевые ряды вяжем лицевыми петлями, изнаночные провязываем изнаночными. И так нам нужно провязать 8 рядов в высоту. Вяжем точно так же, как и первые перемычки. Провязав 8 рядов, мы закончили на лицевой стороне. Разворачиваем вязание, снимаем кромочную петлю, провязываем 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. А следующую петлю нам нужно распустить. Это накид. Снимаем петельку и распускаем ее. Распустив петельку, разворачиваем вязание на лицевую сторону. И будем присоединять последнюю нашу перемычку. У меня она будет пятая. Кромочную петлю снимаем, провязываем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. И провязываем оставшиеся петли на левой спице. У нас их 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и будем провязывать эти 13 петель. Нам нужно провязать на высоту 8 рядов. Первый ряд. Кромочную снимаем 12 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид вяжем изнаночной 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Разворачиваем на лицевую сторону и провязываем второй ряд. Кромочную вяжем, кромочную снимаем и провязываем 12 лицевых петель. Это второй ряд. Итак, провязываем 8 рядов. 2 я уже провязала. Последний, восьмой ряд, будет у нас лицевой. Провязав 8 рядов, мы присоединили последнюю перемычку. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и кромочную снимаем, провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую петлю снимаем с левой спицы и распускаем. Распустив петельку, разворачиваем вязание на лицевую сторону. У нас осталось на левой спице 6 петель, петли последней перемычки. Теперь будем вязать только эти петли. Нам нужно провязать в высоту 17 рядов. Первый ряд. Кромочную снимаем, 5 лицевых. Разворачиваем вязание, вяжем только эти 6 петель. Кромочную снимаем. 5 изнаночных. Это второй ряд. Разворачиваем вязание. Провязываем третий ряд. Кромочную снимаем, 5 лицевых. И таким образом провязываем 17 рядов. Последний 17 ряд будет лицевой. Вот я провязала 17 рядов и закончила вязать на лицевой стороне. Разворачиваем наше вязание и далее будем делать наклон перемычек в другую сторону. Для этого все, что мы выполняли в лицевых рядах и вязали лицевыми петлями, нужно выполнить в изнаночных рядах. Ну, соответственно, вязать изнаночными петлями. Приступаем к вязанию. Будем соединять первую и вторую перемычку между собой. Нить перед петлей. Снимаем кромочную петлю с левой спицы и провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид 6 изнаночных с левой спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем наше вязание на лицевую сторону и провязываем 8 рядов. Первый ряд – это лицевая сторона. Кромочную снимаем и провязываем все лицевые петли. Накид провязываем также лицевой. Довязав первый ряд, разворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем второй ряд. Кромочную петлю снимаем, 12 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Разворачиваем на лицевую сторону. Провязываем, кромочную снимаем и провязываем 12 лицевых. Это третий ряд. И всего нам нужно провязать высоту 8 рядов. Последний, восьмой ряд будет изнаночный. Вот я провязала 8 рядов и закончила на изнаночной стороне. Разворачиваем вязание. Кромочную петлю снимаем. И провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Следующая петля – это накид. Снимаем его с левой спицы и распускаем.
распускаем до основания. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и присоединяем следующую третью перемычку. Кромочную петлю снимаем, нить перед петлей. 5 изнаночных петель. Накид, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем точно так же, как и на лицевых рядах, только изнаночную сторону, соответственно, изнаночными петлями. Разворачиваем вязание, кромочную петлю снимаем и провязываем 8 рядов. Первый ряд – это лицевая сторона, 12 лицевых петель. Накид провязываем лицевой за переднюю стеночку и довязываем остальные петли лицевыми. Разворачиваем вязание, вяжем второй ряд, кромочную снимаем, 12 изнаночных петель. И таким образом провязываем 8 рядов. 2 я уже провязала, осталось еще провязать 6 рядов. Закончим 8 ряд изнаночной стороной. Провязав 8 рядов, я закончила на изнаночной стороне. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. Первую кромочную снимаю, провязываю 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. А следующую петлю нам нужно распустить. Снимаю с левой спицы и распускаю. Когда мы вязали лицевые стороны первые перемычки, мы распускали петли в изнаночных рядах. Когда мы вяжем перемычки на изнаночной стороне, мы распускаем петельки на лицевых рядах. Разворачиваем вязание и будем присоединять следующую третью перемычку. Кромочную петлю снимаем и провязываем 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и провязываем 6 изнаночных с левой спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание и провязываем 8 рядов в высоту. Провязываем только 13 этих петель. Первый ряд – это лицевой. Кромочную снимаем и провязываем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид провязываем лицевой 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это мы провязали первый ряд. Всего нам нужно провязать высоту 8 рядов. Вот мы видим, у нас перемычки смотрят в другую сторону. И таким образом присоединяем все последующие перемычки. Вот я провязала 8 рядов. Последний блок соединения двух перемычек. Если мы вяжем перемычки на изнаночной стороне, последний 8 ряд у нас будет изнаночный. Если мы вяжем перемычки на лицевой стороне, последний 8 ряд соединения перемычек у нас будет лицевой. Провязав 8 рядов, разворачиваем вязание. Кромочную петлю снимаем, провязываем 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5. Следующую петлю распускаем, это накид. Распускаем его до основания. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и будем вязать только эти 6 петель, петли последней перемычки. Рабочую нить перед петлей. Первую петлю снимаем и провязываем 5 изнаночных. Это первый ряд. Разворачиваем вязание. Кромочную петлю снимаем 5 лицевых. Это второй ряд. И всего нам так нужно провязать на высоту 17 рядов. Последний 17 ряд будет изнаночный. Блоки соединения перемычек вяжем 8 рядов. А последнюю перемычку провязываем 17 рядов. Повторяем вязать все с первого ряда. Вот такой узор у нас получается.
В лицевых рядах перемычки смотрят в левую сторону, в изнаночных рядах, когда мы вязали перемычки на изнаночной стороне, они у нас смотрят по лицевой стороне в правую сторону. Провязав 17 рядов первой перемычки, я закончила вязать на изнаночной стороне. Разворачиваю вязание на лицевую сторону и буду соединять первую и вторую перемычку между собой. Кромочную петлю я снимаю и провязываю 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаю накид и провязываю 6 петель с левой спицы. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону и буду вязать только эти 13 петель. Буду вывязывать блок наших перемычек из 8 рядов. Кромочную я снимаю, рабочая нить перед петлей, 12 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, накид вяжем изнаночной, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Разворачиваем вязание на лицевую сторону и начинаем вязать второй ряд. И таким образом провязываем блок перемычек из 8 рядов. Затем повторяем все то же самое. Таким же образом присоединяем остальные перемычки между собой. Вот я провязала еще один раппорт. Вот такая крупная сетка у нас получилась.